Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик, чтобы здесь не пропустить следующее видео. Вот, здесь, короче, я купил здесь несколько помидорок. Вот, до этого покупал сливки, такие помидорки. Ну, поменьше, чем это вот сейчас вот у меня, вот я показываю. Вот, вот, выдавил семена на такую бумажку, вот. Сейчас будет, буду их, надо сюда, отсюда снять и, естественно, куда-то поместить. А вчера, здесь у меня было три помидорки, я вчера одну разрезал. Вот здесь вот эти семена, видите, они уже практически подсохли. Вот, ну не до конца, я думаю, еще день-два, и они как раз высохнут. Бумага высохнет, и семена высохнут. Также эти семена, тоже надо будет какой-то пакетик подписать, что это семена из магазина и крупные. Попробую тоже. Но это буду я это проращивать, наверное, в феврале месяце. Сейчас вот просто сделаю пробное проращивание вот на таких вот на сливках, если зайдут, и потом вот еще в марте вот эту попробую прорастить и вырастить. Буду выращивать эти такие помидоры, которые продают в магазине. Че мне это семена еще какие-то где-то покупать? Все равно они плохо растут. Я в прошлом году покупал семена. 5 сортов семян покупал, также замочил, вроде корни пустили. Ну, 2 сантиметра выросли, все, не растут, хоть тресни. И удобрением поливал чуть-чуть, не растут и все. Ну, я думаю, что там с ними заниматься, просто собрал, в окно выкинул. Они были 2 сантиметра, думаю, нахрен нужно. Время уже конец апреля, они все 2 сантиметра. А там соседка мне помидоры засаду дала, там 9 штук мне достаточно было. Вот, на это хочу вырастить, попробовать из этих вот, зайдут, не зайдут, вот, это вот крупные семена, а вот это вот здесь вот лежат, это я семена ел, такие сливки покупал, то есть не очень крупные, где-то грамм, наверное, по 80-100, такие вот, сливками, вот, если вот здесь они круглые, я такие бы сливками покупал, а вот эти семена вот здесь вот, я уже сейчас поставил на вымочку, то есть на проращивание 10 семянок, вот таких сливок. Если тронутся в рост, хорошо. А вот эти оставлю потом на февраль месяц, тоже буду проращивать. Посмотрим, что получится. Что там, в магазине все равно покупаешь, они там могут и старые семена продать. Им-то что? Вот, ну ладно, спасибо за просмотр. Короче, можно выдавливать и проращивать. Вот. Также можно семена делать из своих помидор, которые вы, допустим, вырастили. Они у вас как бы были вкусные, сладкие. Также взять помидор, который уже перезрело, срезать и выдавить семена. И как раз их можно также высаживать, уже не покупая семена, а семена делать томатов с таким способом. То есть оттуда семена достать, а помидор съесть. Вот. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Всем пока-пока.